Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян из команды «Архангел Михаил» поделился своими эмоциями после победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейджи. «Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гейджи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было. Была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гейджи подсел функционально. Хабиб победил классом, работа в стойке, разнообразные атаки в партере, все четко. Также напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал сегодня 29-ю победу в карьере и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. И сразу после этого он заявил, что сегодняшний бой станет для него последним в UFC. Я просто хотел вместе с отцом мы шли. Просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Альхамдулилля. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить. Друзья, а что вы думаете по поводу того, что Хабиб завершил карьеру? Свое мнение пишите, как обычно, в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки.